218-я. Бэха. Сняли форсунки. Инжекторы. Правили. Отправляем их на замену, на новые. Снимаем вентилятор обдува радиатора. Предварительно сняли, понятно, крышку. Воздухозаборник. Сейчас будем соединять. Смотрим, как она оценивает. Это открутили уже. Для того, чтобы добраться до вентилятора, надо открутить с двух сторон. Вот это замки. Один, два замка. Здесь мы отсоединили, здесь отсоединили, отсоединили. Воздуховод сняли. Эту сторону отсоединили. Здесь сейчас отсоединим Т-30 тораксом. Вот еще один нюансик для того, чтобы снять это вот, можно назвать его крепляющий лонжерончик. Одну открутил, вторую отсюда открещаем, то же самое. Тораксом 30-м. Крутили. Идем дальше. Еще одно крепление. Сейчас покажу его. Вот оно. Здесь 40-ка. Торакс. Последнее, что крепится, этот лонжерончик. Также корпус воздушного фильтра закреплен здесь. Тоже надо простой головочкой на 10 открутить крепление воздушки. Только тогда выйдет наш лонжерончик. Вот он, его оригинальный номерочек. Тут. Для того, чтобы вытащить корпус вентилятора, вот есть такие пиптики. Их надо отжать с этой стороны, а с этой стороны с другой. Вот так вот. Вот тут вот она. Отжали и начали вверх поднимать. Сначала убрали трубку. Так, одно. Эта трубочка у нас, не знаю, по-моему, на вакуум идет. Охлаждающая с верхней точки радиатора. И потихоньку, так, чтобы ничего не оторвать, вытаскиваем, поправляя этот патрубок. Радиатор мы вытащили. Ну, не забыли, конечно, разъем отсоединить перед тем, как вытаскивать. Видите, вот этот разъем. Там тоже. Сейчас покажу, где она. Вот эти вот. Вот этот разъем на вентилятор. Вот эти вот сжимаете. Вот этот. И вот этот. Сжимаете и вытаскиваете. Ну, пока машина более-менее свежая, он работает нормально. Ну, я так понимаю, что со временем этот разъем тоже придет в плачевное состояние. Потому что эти защелки очень часто ломаются. Вот и все. Ну, радиатор норма. Все окей. То, что запланировали на сегодня, все снято. Так.
при установке обратно, обратите внимание, вот, значит, здесь есть внизу, вот он, паз, вот он, хорошо, сейчас его видно, вот, он, получается, с правой стороны по ходу двигателя садится на, вон там такой выступ, с этой стороны садится в паз. Короче, с этой стороны папа, а с этой стороны мама. Тут мама, а тут папа. Вот так вот. Для тех, кто будет снимать, чтобы не поломали.